Ребята, всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня мы продолжаем прохождение Assassin's Creed 2. Погнали! О-о-о! Зайдите к Клауди. Погнали до Клавы. Так, на лошадке в город нельзя, поэтому дальше пешком. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Так, зайдем к кузнецу. Что тут у него новенького? Ремонтировать ничего не надо, доспехи, оружие, боеприпасы. Починить, починимся, тут немножко нужно. Все, ремонт не нужен. Да все уже починим, все нормально. Так, доспехи, кожаный нагрудник, плюс 2, плюс 4. Наголенник Шмидта. Так, ну что. Возьмем нагрудник. Покупаем. Так, венецианский палащ, боевой молот наемника, старый сирийский меч. Но меч так себе. Да, в принципе, не знаю, тут оно особо. Ничего тут такого особо интересного. Короткий кинжал, нож. Это тоже особо тут пока нечего. Так, этот уже нам принадлежит. А, ножи, ножи можно взять. Ножи всегда пригодятся. Ну, отлично. Не обижайтесь, но мне показалось, что у вас нет денег. Че, есть деньги, чувак, как это нет? За что я тебя купил тогда? Че это так? Деньги есть. Страниц у нас уже есть из 30. В принципе, нам известны. Но все равно пока ничего не понятно. Но будем собирать, игра только началась. Нет текста, приблизьте камеру, чтобы увидеть изображение. Страница 3. То же самое. У нас есть всего 7 страниц кодекса. Из 30. Короче, надо собирать страницы, все понятно. Чтобы увидеть картину полную. Привет, Клаудия! Наш дядя просто козел. Это возмутительно. Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо. Когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать.
Если ты приведешь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк, иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги и заберу их себе. Понятно? По рукам. Сводка лавки, обновление, сборы, снаряжение, сундук. Ну ясно, в общем, нужно улучшать город, чинить здания и все остальное. Тогда будет увеличиваться денежка. Все логично. Клавдия положит доход от виллы в сундук, который стоит рядом с ней. Ну понятно, будет деньги это слаживать, а мы будем приходить брать и покупать снаряжение и улучшать город, чинить здания. Бонжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок, но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эдсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет и скидка. Что же касается ремонта зданий, о, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей, и твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Прикольный голос озвучки у архитектора, вообще класс. Торговец с картинами, банк, кузнец, врач, портной, бордельша. Ну понятно, в общем, улучшать здание, сооружение, таким образом улучшать город. Бон Виаджо! Архитектор обновляет здание в Монтриджоне, что увеличивает доход. Ну, это понятно. Идем побеседуем с Марио. Что он нам расскажет? Эдсо, мальчик мой, пришло время кое-что показать тебе. Эдсо, мальчик мой. Хорошо звучит. Погнали за дядей Марио. Он хочет показать. Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах, полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне? Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио.
Понятно. Значит, так, статуя... На пьедестале стоит статуя Кулан Калла, монгола-ассасина. Он застрелил из лука лошадь Чингисхана. На пьедестале стоит статуя Дария, перса-ассасина. Он убил Ксеркса спрятанным клинком. Это первый известный случай применения спрятанного клинка. На пьедестале стоит статуя Вэй Ю, китайца-ассасина. Он убил копьем первого императора Китая. На пьедестале стоит статуя Амунет, женщины-ассасина из Египта. Она убила Клеопатру с помощью змеи. На пьедестале стоит статуя Илтани, женщины-ассасина из Вавилона. Она отправила Александра Македонского, отравила Александра Македонского. На пьедестале стоит статуя Леония, римлянина-ассасина. Он заколол Калигулу кинжалом. Ну ясно, в общем, нужно искать эти печати, чтобы открыть дверь к доспехам Альтаира. Все понятно. Значит, будем искать печати в процессе прохождения. Google Maps откроем, посмотрим, что тут. Куда нам? Ну ясно. Все, выходим и уходим отсюда. Пока покидаем особняк. Тут нам пока делать нечего. Свежие пиявки! Кому запустить кровь? Свежие пиявки. Ну да, в то время так лечились. Пиявками. Дямо! Флоренция. Отправиться во Флоренцию? Конечно, отправиться. Погнали. Флорентийская республика, 1478 год. Оказались около дома Леонардо. Значит, нам к Лео. Эцио, ты еще жив? Ну надо же! Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все, что угодно. Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой, что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Как же в этом разобраться? Ха-ха, ну конечно! Почему бы и нет?
Вот это мысль! Можешь его сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства? Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! Живой пример. Тренируйтесь в использовании новых техник убийства, пока Леонардо занимается страницами кодекса. Потренируйтесь в использовании новых ценных убийств во дворе. Попробуем сейчас. Показывают, кого тут надо. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Убийство из укрытия. Есть. Так, этого сверху надо грохнуть. И еще одного сейчас. Не имейте дела с Пентиволио из баллон. Запрет будет снят. Убийца. Это было красиво. Ну, это всего лишь тренировка, поэтому погнали дальше. У меня вышло. Иди сюда, посмотри. Возьми ее, испытай. Спасибо, Леонардо. Non c'è de che. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... La volpe. Лис? Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Statento, amico. Statento, amico. Страницы кодекса появляются, когда вы добираетесь до точки обзора. Соберите их все. Ну, понятно, что надо собрать все. Это понятно. Этим мы уже и начали заниматься, в принципе. Салют! Ну, игра нам напоминает, на всякий случай, чтобы вдруг забудем. Злится еще тетка. Из-за что я толкнул ее. Двойной спрятанный клинок. Теперь у нас есть. Доброго дня. Здрасте. Почаще ходить в храм. Не хотел, извините, случайно нажал не ту кнопку. Так, нам надо обнаружить этого чувака. Ля Вольпе. Вон, увидел, что есть. Вон. Это просвет от клинка промстителя ночного. Оплатит он за страдания. Да уйди ты нафиг, блядь, сука, танцует перед ним. Что за придурок? О, вон он стоит. Это что было? Что? Мой кошель. О, и деньги. Твои деньги. У меня их нет. Ты, сука, украл деньги. У меня их нет, говорю. Вернись. Догоняем Заставь его. Заставь меня. Подожди. Не туда, не туда. Сейчас догоним, козла. Ты совершаешь большую ошибку. Конечно. Чувак, ты даже не представляешь, что у кого-то стоит. Довольно. Деньги. В самом деле, хватит. Может, сдашься?
Сейчас догоним. Верни то, что украл. Вернул бы, да не могу. Клянусь, я проткну тебя своим клинком. Я не желаю тебе вреда, так что верни мне деньги и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имен. Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ля Вольпе. К твоим услугам, месс Рецио. Откуда ты знаешь мое имя? Ремесло у меня такое, знать все о городе. За этим ты и пришел, так? Верно, мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдет, даже раньше его самого. Кто? Франческо Пацци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима. Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно. Дай знать, как будешь готов, и мы пройдемся. А, да. Вот твои деньги. Короче, это был отвлекательный маневр, чтобы привести Эцио к этому лису. Ну, ясно. Разумно. Ну, так же, чина, после следующий раз бы Эцио угрохнул его нафиг. Чтобы он так себя не вел и все. Очень забавно. Следуй за мной. Но мы пойдем быстро. Выдержишь? Не сон проблема. Действительно, какие проблемы нафиг? Эцио с детства прыгает по крышам. Ля Вольпе. Год рождения неизвестен. Вор. В исторических хрониках практически нет сведений о Ля Вольпе, лисе. Очевидно, что это псевдоним. Но кто за ним скрывался, остается только гадать. Говорят, Ля Вольпе удалось ограбить карету Папы Римского, так что этого не заметила ни стража, ни сам папа, сидевший в карете. В 1467 году в одну ночь его видели на крышах дворца Синьори, дворца Медичи и церкви Санта-Крочи одновременно. Кое-кто утверждает, что он бессмертен, а другие говорят, что его глаза способны видеть сквозь стены. Ну, понятно. Сделали с него легенду, так, своего рода. Сквозь стены, там, туда-сюда. Ну что, забавно. Покидаемся карликами? Какими нафиг карликами? Что за бред? Я не понимаю, что он имеет в виду? Какими карликами? Что он это... значит, непонятно, эта фраза. Что ты там делаешь? Не отставай от меня! Погнали. Мы пришли. В этой церкви у Франческо Пацци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Вольпе. Буна фортуна. Так, быстро мне удержать, да, чтобы быстрее лазить, это понятно. Погнали открывать эту дверь.
Бей его! Заодно поупражняемся с прыжками сверху на врага. Отпусти! Что значит отпусти меня? Ты меня била, я тебя должен отпускать. На! Катакомбы подземные, под землей, под городом. Тайна новеллы. Встретись катакомбы Санта-Моника новелла. Такие строения офигенно. Круто. Проберитесь через разрушенную лестницу. Так, еще один рычаг. Дергаем за него. Сейчас небольшой разгон на всякий случай, чтобы не сорваться. Отлично. Еще один рычаг, дергаем за него. Вот, сука, какие строения под городом, у тамплиеров. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Откройте дверь в зал. Так, ну я так понял, нам тут рычаг надо отдернуть, чтобы нам дверь открыть. Раз нам игра показала, что там есть рычаг, значит, нам нужно подняться к нему, добраться до него и его дернуть. Тогда должна открыться дверь. Ну, значит, вот так, наверное, что нам подниматься. Вон нам туда, вон он тут рычаг. Значит, нам туда. Ага, подняться мы можем, Наверное, вот так, только вот вверх. Других тут способов я не вижу. Судя по всему, вот это единственный способ подняться туда вверх. Пробуем. Ага.
она ходит тут. Уже не ходит. Вон он! Бей его! Тут еще один, блядь. Кому он кричал бежит? Как будто их там целый отряд. Он один там стоит, бей его. Ай, бля. Промахнулся. Ладно, сейчас еще раз. Блин, промахнулся. Не успел вовремя уцепиться за нужный уступ. Ничего, бывает. Вот она рычаг. Еще один, надо еще к одному забраться, еще выше. Ну, в принципе, тут несложно, игра показала, куда подниматься, так что. Я думаю, сложностей не будет. Сейчас поднимемся. Сейчас сначала сундучок спустимся, возьмем, что там. Ну, 250 флоринов, нормально. Теперь двигаем к рычагу. Аккуратно, аккуратно. Лишние прыжки нам не нужны. Вот она рычаг. Отлично. Мерда! Дверь! Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил тебе, не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог! Чуваки хотели по легкому бабла срубить и подвязались на тамплиеров поработать. Ну, это ж... Где-то не мог видеть его. Где-то я уже его видел. Этот плащ. Там! Аспекту он моменту. Куда он делся? Вперед! Ну, подходи! Действительно, подходи, как его там встал и стал. Боишься? Камни кидай. Прочь! Я не вижу. Экколо! Бей его!
надо все. А вон еще один. Сейчас мы еще с этим решим вопрос. Сансоне! Я вернусь со стражей! Нужно найти выход. Или мне конец. Догоняй его, Эйцова, блядь. Да, да. Кажется, они отстали. Оставь меня в покое! Так, закрыл, подожди, а куда теперь? Ага, вот он. Бегу быстрее, чем он! Да, да. Кажется, они отстали. Ага, вот сюда. Точно, вот. Беги быстрее! Ай, ёпта, задолбался, Димит. Закрывать двери. Найди выход. Вот сюда. Наконец! Да, вот сюда. Стоять, задрал, бежишь, куда ты бежишь? Да, оставь меня в покое! Беги быстрее! К оружию! К оружию! Какая нафиг сразу? Стоять! Стража. Откройте дверь. Вон она, эта дверь. Ее нужно открыть. Ну, идем и открываем что-то. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Grazie, padre. Bernardo? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтоб никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молтобене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце.
Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Откройте саркофаг. Что за Отец понимания? Что за, блин? Что за лозунг такой непонятный? Отец понимания, блин. Смотри! Точно такая же статуя была на вилле Аудитора. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Найдите выход. Вот он и выход. Найдена печать Дарья. В общем, все печати собираем. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которого хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми? Подробностей я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Открывайте гробницы ассасинов, чтобы находить печати. Ну, это понятно же, что нам нужно находить. Раз Эцио сказал, что не произойдет, значит не произойдет, чувак, не переживай. Еще 75 франков. Тифлорина франк. Аккуратно, не срываемся. Все, двигаем дальше. Листовка сейчас сорвем ее нахуй. Святая Мария! Что он затевает? Да ничего не затевает, листок сорвался. Что он затевает? Святая Мария, что он затевает? Что он затевает? Я вообще лучше тебе не знать, что он затевает. Назад, или я прикончу тебя!
Эх, сука, толкнул. А он офигенно. О боже! Пощади, пощади! У меня 6 дочерей и больная жена! Да никто не собирается тебя визжать. Просто тебя остановили, чтобы ты не бегал по улицам. Простите, не убивайте меня. Я уйду. Уйти. Да, точно. Аддио. Привет. Так, Google Maps откроем. Так, что у нас тут? Задание, значок гробницы Сесина. Вижу. Мы можем сейчас и задание выполнить, и значок, и двигаться в гробницу Сесина. Двигаем, наверное, гробницу сейчас. Поищем печать. Сообщение от Арте де ла Лана. Пусть ежегодный праздник. Потом дальше пойдем по заданию. Саванне принесет радость. Всем флорентийцам! Ух ты! Вот забавный способ передвижения. Да, действительно, способ крутой. Сейчас синхронизируемся еще, чтобы уже открыть весь город. Большую часть города. Муж, подлец, мне изменяет. Я знаю это. И все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Отвернутая жена. Приносите больных и раненых. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Я уверен, что это недоразумение. Эй, вот на муж. Так не должно быть. Вон он, бей его! Мне нельзя умирать! Я красивая! Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! Это, то есть, моя прекрасная жена! Я иду домой! Прикольно. Задание, конечно, интересное. Пойти дать настучать по бороде гулящему мужу.
Ну да. Самое то задание для ассасина. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где? Забавная ты обезьянка. Еще одна точка синхронизации сейчас. Может, я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Подходите, друзья. Так, Google Maps. Открываем. Вот задание, а вон гробница ассасинов. Так, двигаем на гробницу ассасина за печать. Поищем еще одну печать. Задание чуть попозже выполним. Поднимемся наверх здания. Говорят, от любви люди совершают невероятные поступки. Там тоже есть точка синхронизации. Здесь тоже синхронизируемся. Наверху что-то светится еще. Сейчас поднимемся туда, посмотрим, что там. Интересно. Отлично, не зря мы сюда полезли. Много ништячков разных. Вот, 108 флоринов. Лишними будут никогда. Еще соточка. Смотрим, что дальше. Может, еще что-то спрятали. Ну, нам туда еще выше надо. Сейчас посмотрим. Осмотримся здесь. Не, больше ничего нету. Значит, идем наверх. Взбираемся на самый верх. Так, не понял. Ага.
А, перья, это были перья. Ясно. Ух, как высоко, круто. Наверное, самая верхняя точка на этой карте. Теперь точка синхронизации надо. Добраться до нее и синхронизироваться. Вон она там наверху. Да-да, вон она, вон. Так, а тут что? О, еще сундучок. Красота. Тут много чего спрятали наверху. Не зря мы сюда пошли. Главное тут аккуратно спуститься, чтобы не разбиться. А вон в самом низу еще сундучок. Просто прыгнуть не получится, можно разбиться нафиг. Все, тут больше ничего нету. Вроде бы ничего. Не вижу, по крайней мере. Все, двигаем дальше. Забраться. Смотрим, где тут можно еще забраться. А, вот, вот здесь, вот. Тут мы поднимемся дальше. Вот она и точка синхронизации. Отлично. Как же это было высоко. Офигеть. Идем все-таки в гробницу ассасина. За печатью. Сейчас Google Maps. Вот она там, задание слева, печать справа.
двигаем. Вот он вход. Заходим. Пер фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу. Так, и что тут? Тайна собора. Осмотрите собор Санта-Мария и найдите печать ассасина. Ясно. Заверитесь на дверь. Ага, ну раз нам показали эту тумбу, судя по всему, с помощью этой тумбы нам как-то надо забраться. Нельзя же нам ее показали. Игра дает, сама подает подсказки, в принципе. В принципе, и так вот подсказали. Теперь смотрим дальше. Что на тумбу, все ясно. Теперь с тумбы двигаем дальше. Поверху двигаемся. Так, надо по этим светильничкам сейчас раз. Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант. Ну это да. Запасной вариант на этот же расчет. Контрольную точку достигнули. Теперь... Так, теперь дальше. Какую-то часть прошли. Контрольная точка, теперь двигаем дальше. Раз.
Мы все выше и выше забираемся. Судя по всему, прямо. Больше тут некуда прыгать. Давай, Эцио. Двигаем. Ну да, точно. Вон еще одна лесенка. Да, игра сама подсказки дает, вот показывает, куда забираться. Что нам вот сюда, на самый верх. Найдите саркофаг ассасина. Осмотримся, потому что нужно же понять, куда тут дальше двигать. Ну, в принципе, понятно, что наверх, но все равно надо осмотреться. Иначе. Что тут, за что цепляться, как тут подниматься? Нет, точно не сюда. Это была ошибка. Ну ладно, сейчас. Хорошо, тут все рядом. Так, уже больше косячить не будем, надеюсь. Да, он, где голуби, туда и движем. Как бы подсказывает, куда нам двигаться. Где место? Пока, я думаю, делаю все правильно. Все делаем правильно, Эцио. Да нет, прямо прыгаем вот он, на стойку на эту, на балку. Ну отлично. Опа. Есть такое дело. Так, дальше на светильник. Осмотримся. Судя по всему, вон туда надо прыгать. Больше тут некуда. Ну да. Теперь вверх. Да, в самый верх. Не, вверх не получается. Здесь вверх нет. Никак, значит. Ой, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Значит, так по балкам. Сейчас пока в сторону, там видно будет, куда двигать дальше.
А нет, все сюда. Ну, значит, тут вверх поднимаемся. Пробуем здесь. Здесь, походу, должны подняться. Да, точно. Там нельзя было, здесь свободно. Все так и задумано, судя по всему. Значит, движемся абсолютно правильно в направлении. Отлично. Все выше и выше поднимаемся. Что осмотримся, если мы туда, допустим, прыгнем. Я просто можно туда прыгать, а что там, если мы прыгнем, что там, просто обманка или есть смысл туда двигать, или двигаем уже вперед? Ладно, двигаем вперед и не будем задерживаться особо. С обратной стороны лестницы полез. Вот теперь правильно. Все уже практически на самом верху купола. Нам еще выше, вон туда аж надо. Ясно. Значит, двигаем опять по балкам. Отлично. Забирайся на самый верх. Вон уже почти добрались. Опа. Все выше и выше и выше. Та-та-та-та-та-та-та. Это как, а? Офигенно. Просто офигенно. Высота просто. Опа! Есть. И еще выше. Ну да, как раз тут и показывали нам. Во! Откройте саркофаг. На месте мы этого. Сейчас сундучки соберем. Еще что-нибудь есть, кроме саркофага, или все? Все, больше никаких ништячков тут не спрятали. Сейчас осмотримся на всякий случай. Нет, все, только саркофаг. Ну, хорошо. Идем, открываем. Берем печать. Выберитесь через ближайшее окно. Найдена печать Итани. Собрано две печати из шести.
Отлично. Отлично. Две печати у нас уже есть. Еще 4. Ну, круто. Спускаемся вниз. Лориана в сундуке уже. Это хорошо. Доброго дня. Так. Что тут у нас дальше? Сундучок. Еще один сундучок. Высоко. Итак, ребята, дальнейшее прохождение мы продолжим уже в следующей серии. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока!